Добрый день, лейтенант Омаров. Разрешите ваши документы? Вам что, кто-то на меня наводку дал или что? В чем причина остановки? В смысле наводку? Уважаемый, вы на красный пролетели. Какая наводка? Ну, может, я тороплюсь. Например, к дядьке своему. Что, сам догадаться не мог или что? А ты не мог догадаться, что за эту наглость я тебе два шапалаха дал? Хотя слово «догадаться» вряд ли для тебя дойдет. По тебе же видно, ты же тупенький. Мура, алкиш протокол. Алкиш, здесь. Радно, ходовкалар слабо дейді ғой да? Эх, айте, сундос, делай свои дела. Мура, бергись. Слушай, у этого, у нашего этого, у Ураза Фархатовича фамилия не Темирбек? Нет, у него другая же фамилия. Какая же у нее? Гнида же у нее фамилия. Да не помню я. Запали, я еще напрягся, жду, и думаю, что-то серьезно скажешь. Ладно, на, держи. Короче, дома папа спросит, за что оформили, скажешь. Дяденька полицейский оформил. Хорошо? Пусть за этот штраф тебе ататай сделает, хорошо? Давай, Себастьян отсюда. Слышь, ты жирный. А вот за это вам сделают ата-та. И не мой отец, а мой дядька Темирбеков Олжас Фархатович. Чё? Олжас. Олжас, что ли? Подожди! Подожди! Ты ё-моё. Ладно, Мура, чё ты паришься, ё-моё? Перед каким тебя щеглом унижаться будешь, что ли? Знаешь, кто это щегол, блин? Это племянник Олжаса. Ну и чё? Какая разница? Перед законом все равно оформили и всё, чё, мы что-то другое сделали, что ли? Да я этого Олжаса гнида только что назвал, ё-моё. Ой, капец, чё, ну что, услышал, что ли? Думаешь, не услышал? Конечно нет, он глухой, наверное. Пойдём все. Самое главное, что гнида, что направлён с Болмасоволой тоже. Да не услышал, не парься, пойдём. Я так, мне тоже пофиг. Я думаю, у мажоров откуда такие, да, машины? 17 лямов минимум стоит. Я же не знаю.